То, что остановка должна быть с чистыми и целыми скамейками, а стены и крыша павильона защищать от непогоды, согласятся все. Но попробуйте найти такую остановку. Десятки рейсовых автобусов ежедневно берут и высаживают пассажиров на остановке Петровская. Иногда приходится ждать своего автобуса. Но скамейки в таком виде, что присесть на них дорогого обойдется. А стены павильона – и это беда всех остановочных комплексов. Украшают, нет, скорее обезображивают объявления или то, что от них осталось. Автобусные павильоны, которые мы сегодня осмотрели, находятся на балансе ГПУ Московской области «Мосавтодор». В ходе осмотра выявляются нарушения, такие как отслоение покрашенного покрытия от павильонов, деформация, разрушение лавочек, скамеек. Чаще всего из нарушений выявляется расклейка объявлений на павильонах. Вот в настоящее время, когда снежный покров практически уже сошел, прилегающая территория к павильонам должна быть очищена от мелкого мусора. Но часто именно с этой работой не справляются. За всеми остановочными павильонами, которые мы объехали вместе с Госадмтехнадзором, были обнаружены бутылки, жестяные банки и другой мусор. По сегодняшнему осмотру будут составлены акты, и организация будет вызвана для составления процессуальных документов для привлечения к административной ответственности к нам территориальный отдел. Но прежде чем наложить штраф, у организации будет возможность навести порядок на вверенных им территориях. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.